Памятные дипломы и слова благодарности. Предприниматели Самарского района получают награды за свое стремление сделать город еще красивее. С начала лета они устилали путь к своим офисам и магазинам цветами. Мы должны даже были, мне кажется, в первую очередь это продвигать. Я являюсь директором салона цветов, и это, я считаю, что это самое главное, чтобы у каждого салона, магазина, я не знаю, там киоска стояли цветы. Конкурс «Цветущий Самарский район» в этом году проводится впервые. Десятки предпринимателей откликнулись на призыв городских властей превратить столицу региона в самый цветущий город Поволжья. Благодаря этой инициативе улицы зацвели яркими красками. Но не все самарцы оценили такую работу. Есть такая проблема, как воровство цветов, вазонов. То есть у нас более 5 вазонов украли, просто украли. Или прямо на следующий день. Вот. Люди кашпо вешают, закрепляют, все равно их воруют. Вот. Поэтому с некоторыми тяжело общаться, потому что люди вкладывают деньги, а, к сожалению, что не ценят их труд. В этом году победителями стали 8 человек. Организаторы надеются, что такой красивый пример заразителен. И в следующем году в конкурсе примут участие еще больше предпринимателей района. Лариса Шлафаст, Максим Гусев. События.